Ролик создан при поддержке сообщества ВКонтакте Toys Android. Привет, дорогие друзья, у микрофона Горин Илья, и сегодня мы будем получать root-права для наших Android-устройств. Итак, поехали! Для начала нам нужно скачать файл вот по этой ссылке. Файл весит почти 3 гигабайта, но не поленитесь и скачайте его. Далее его нужно поместить на диск C. Данная папка очень пригодится вам в дальнейшем. После этого необходимо скачать еще 2 файла, по этой и вот по этой ссылочке. После того, как мы скачали файлы и все подготовили, переходим к самому главному. Для начала нам нужно выключить наш телефон. После этого загружаем смартфон в Fastboot. Для этого необходимо зажать и удерживать кнопки Volume Down и Power. Далее подключаем телефон к компьютеру, используя USB кабель. Теперь переходим к SDK, нажимаем правой кнопкой с зажатым шифтом на Platform Tools и откроется окно команд. Теперь нужно ввести следующую команду – Fastboot Devices. Если в результате этого вы видите серийный номер устройства, то можно продолжать дальше. В противном случае нужно переустановить драйвера. Следующая команда – Fastboot OEM Unlock. После того, как вы введете эту команду, на Nexus необходимо будет подтвердить разблокировку бутлоудера. Для этого кнопками громкости нужно выбрать Yes и подтвердить намерение при помощи кнопки Power. Последняя команда на этом этапе – Fastboot Reboot. Далее нужно скопировать скачанный архив SuperSU на смартфон, а также скопировать скачанный ранее файл Recovery в SDK Platform Tools. Далее нужно ввести вот эту команду, после чего начнется установка кастомного образа. После этого при помощи кнопок громкости выберите опцию Restart Bootloader и нажмите кнопку питания. Далее при помощи кнопок громкости выбираем Recovery Mode и жмем снова кнопку питания. Теперь выбираем опцию Install Zip from SD Card, а затем Choose Zip from SD Card. Находим файл SuperSU и устанавливаем его. После установки возвращаемся в главное меню и перезагружаем смартфон. Ну а на этом все. Над видео работал Горин Илья и Антон Машков. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх и комментируйте это видео. Также вступайте в сообщество ВКонтакте Toys Android. Пока!